Привет всем! Мы сейчас находимся в пригороде Финикса, в районе Темпи, и мы едем в наше любимое корейское место барбекю, да? В корейский ресторан барбекю. Смотрите, здесь очень много машин, очень много желающих уже. Наверное, опять у нас будет там очередь. Надеюсь, не час, может поменьше. Сегодня у нас 15 апреля, погода классная, ну где-то плюс 25, не сильно жарко. Вот здесь тоже фонтанчик такой. Тут всякие кочки, извиняюсь за кочки. Сейчас мы припаркуемся. И отправимся кушать в корейском барбекю ресторанчике. Вообще называется Jane Korean Barbecue House. Так, ну все, припарковались. Так, сейчас мы сидим в этом корейском месте. Нас посадили сюда за столик. Тут уже все приготовлено для нас, видите, все салатики, уже все, кимчи, там огурчики, капуста, вот наши ножнички, вот. Happy hour. Когда? When? On Friday, Monday to Friday. $3 beer. Так, и вот здесь такой у нас список. Что мы будем покупать, что мы можем выбрать. Тут нужно и всякие выбрать различные виды мяса. Можно просто грибы с овощами. Можно креветки. Можно кальмары. Можно маленьких октопус, осьминожек. Тут свинина, курица, стейки разные. И что у нас там еще есть? Говядина, конечно. Там принесли мясо с ананасиком. Также вот нам принесли рис. И вот мы начинаем жарить наше мясо. Какое же оно вкусное. Вот здесь столько много людей, как всегда. Продолжаем жарить наше мясо. Вот нам еще дали чесночка вот здесь вот. Решетку надо поменять уже. Сейчас я позову их поменять. Да, но штоковица черная. Надо ее срочненько поменять. Почему-то американцы особо не меняют решетки. Одна я без ума. Спрашиваю. Поменяйте решетку. Так, ну сейчас вот еще немножко пожарим. Надо уже поменять. Там взяли такой пивко себе. С опором. Ой, не знаю, вот она. А, нет, Blue Moon. А где написано сапора? А вот сапора. Вот мой муж там режет вовсю. Ну, там проверить чесночок.
Ну вот, мы поменяли решеточку. Теперь видите, какая она чистенькая. И следующая серия. А вот тут мое место, которое я доедаю. Прям приятно смотреть на такую чистую решетку. Итак, продолжаем готовить мясо. А мы продолжаем нашу готовку. Вот нам принесли еще салат. Мясо жарится. Гриль чистенькая. Вон там еще мясо нас ожидает. Вот мои щипчики такие. Сейчас я переверну. Поджарилась. Там телевизор еще есть, музыка. Так, ну все, это у нас уже последний аккорд. Последнее наше мясо. Поджаривается. И я себе заказала, вернее, я не заказала, он идет вместе с мясом ананас. Чтобы переварить мясо лучше. Вот так. Вот такой ням-ням у нас сегодня. Ням-ням. Это очень вкусно. Попробуйте. Это просто классно. Ну и все. Мы поели и уходим уже. Вот и все без ума кушают. Все, идем на выход. Всем пока-пока-пока!